Так вы должны быть великими. Да. Привет. Рад вас видеть. Привет. Да. Спасибо за эту возможность. Ладно, расскажу. Эта девушка 25 лет, открыла, из чего состоят звезды. Ее наставники утаили это. Они опубликовали ее результаты в качестве своих. Что вы надеялись узнать? Ну, я предполагаю, вы могли бы обдумать публикацию. Читали ли вы наш журнал? Эти мужчины должны были быть ее наставниками, а затем они. Извините, вам придется уйти. Надеюсь работать с кем-то вроде вас. Я сделал заказ. Он хороший. Почему Грейс? Почему? Потому что мне надо встретиться с этим парнем. Это друг. Он даже не друг, это коллега. Ладно, такой же Спайк Рэндалл, как и Спайк Рэндалл. Грейс, им нравится ваша работа. Они хотят видеть вас на новом телешоу. Это история о научном гениальности, силе и настойчивости. Хотите появиться на телевидении? Это довольно хорошая история. Эта девушка сделала великое открытие. Поэтому мы должны рассказать такую историю. Большую историю. Сильную историю. Историю на все времена. Она работает над танцевальной пьесой о сексе и власти. Это нам поможет. Говорят, что Бог – женщина. Это женщина, которая так же велика, как Исаак Ньютон. И никто не знает ее имени. Вы не можете делать это как женщина все время. Я делаю это постоянно. Потому что я знаю, чего хочу. Уберитесь с дороги. Я не мешаю. У нас есть 10 минут, чтобы рассказать ей о мисс Пейн, почему она так важна. И потом мы станем знаменитыми. Так вы бы это посмотрели? Совершенно. Если Бог женщина, то ей нужно что-то объяснить.